Приветик, не спящие и все остальные любители Кугмайнда. Ну и рогаликов, наверное. Давненько я сюда не заходил, и настала пора сюда вернуться. Пустые комнаты. Лучше, наверное, начать заново. Но я так вижу, что у нас неплохой набор гауссовка. Просто нихера не помню, что я тут делал последний раз. Это было давно. Я вижу, что здесь кто-то есть. Я смотрю, мы на алюминиевых ногах гуляем. Ну, там всего лишь гвардия, она обычный жалкий. Несчастные плазмы, кэнон, сенсоры. Сенсоры, ядерное ядро. Вернее, ядерный реактор. Пульсган. Ауч. Энергия кончается. А ему как-то пофиг. Модулятор. Может и взорвется. Хотя я в этом сомневаюсь, честно говоря. Ауч. Настало время Рипера. В смысле? Ау! А почему? А где энергия? Что мешает? Компьютер целенаведения можно вырубить. Претаторы. Джеймер, генератор щита. Генератор щита, наверное, прожирает. Да и ЕСМ-ку надо вырубить. Так вот, все. Доигрался. На то, что у него нам ядро сломал, вообще не страшно. А, так и знал, что взорвется. Вообще все похерил. Блеск. Броня. Я броня, может быть. Пока что дейтериевый движок. Будем подзаряжаться. Можно взять траки. А кто лучше? Компьютер целенаведения, ЕСМ-ка, а вот сняли нам джеймер, да? Чалька. Или хоть плазму свистну, пока дают. Да и сенсоры надо свистнуть, пока дают. У нас такие же, но они уже поломанные. Наденем получше. Жаль, конечно, что терминал взорвался. Что ты поделаешь? Броня, перегруз у нас, конечно же, есть. Ладно, давайте траки. Чего и нет. Третью ногу нахрен пока что. О, нет. Сюда еще идет кто-то. А, это всего лишь инженер. Хрен с ним. Пусть идет. Опаньки. Прототипы. Я чё-то не уверен, что мы этот вес потянем, в принципе. Но попробовать можно. Это еще и в толк к тому же. Медленный. Перевес. Перевес. Знатный такой перевес, кстати. 33-15. Если снять броню. Всего лишь 3. Сбросим. Не, толы, конечно, классно, но вообще не наш вариант. Оверлоуд. О, а чё, так можно было? То есть их можно в перегрузку пустить. 33-21, а все равно веса не хватает. Очень жаль, но придется вас выкинуть. Чего они снимаются? Охлажденно. Они это... Они не снимаются. Сраные прототипы. А вот, снимаются. Наконец-то. Давайте мне мои траки. Скотина, трак сперла.
Все, хана тебе. Куда побежал? Думаешь, я тебя не догоню, что ли? Думаешь, трак у меня свистнул и все? Жив остался? Девайс какой-то. Давайте посмотрим, что за девайс. Система сброса веса. Вовремя, твою мать. Цепляем втулы. Будем ездить на них. На перегрузке. Вернее, с перегрузкой. Третий втул. Энергия улетает в трубу. Кто этого не ждал? 3024. В теории можно это улучшить перевесом. Быстрый. Того у нас получилось 30-30. Вообще впритык встали. Угроза. Ачивку, кстати, дали. Не можете меня поймать. Уклонение 66%. Ну тут эта скотина. Он нам сейчас сможет все испортить. Ай. Походу так и будет. Все, энергия в говне. С перегрузкой очень грустно. Особенно без хороших реакторов. Что это? Фабрикатор. Нахрен не сдался мне ваш фабрикатор. А, энергия кончилась. И семка нахрен. О, мы хоть двигаться можем. Стало время рипера. В смысле не попал? Попал, попал. Нормально. Я ему даже дрын отрезал. Баллистик ган. Ой, да ладно. Нет! Интерпретатор! За что? Ладно, компьютер целенаведения тогда. Может, целиться получше будет. Опа! Мы попали в ловушку, и мы провалились в вортекс. Сломанный дисраптор и бот. В смысле перевес? 30-21. А как так вышло? Ну, это реально странно. О, он ожил. О нет, ты тоже, нам нужно выбраться из этого места. Я слышал ужасные истории об этом. Вернее, о том, что компакторы могут с тобой сделать, если ты позволишь им приблизиться. Или, вернее, подойти слишком близко. Может быть, вместе мы сможем справиться. Фига себе прикол у тебя, конечно. Заряжает Эми? Чё? Надо текать. Ой, тут такие враги. А-а-а! Раньше такого не было. Инжектор. Охлаждающей жидкости мне нахрен не сдался. Микро чё? Микронюки? Пусковая установка ядерная? Вернее, ядерная пусковая установка, это ж круто. Крашер. Компактор. Твою мать. За что, плазма кэнон? Стало твое время. Я смотрю, ему вообще насрать. Я с перевесом-то смогу от него удрать хоть? Вот, сражайся. Я помогу, конечно, но ничего не обещаю. Ему, по-моему, вообще насрать. А наши выстрелы? У него как было 80, так и осталось. Взрывчатки полная неуязвимость. К электромагнитному урону 90%.
слэшу пирсингу по 50, чем его убивать? Чем? Все, хана ему. Не компактору, вот, вот этому маленькому 40x14g. Ядрить, колотить. Перегрев, corruption. Чем он дерется? Реактор с антиматерией. Ах, мне б такой. Тяжелые траки. Система охлаждения. Дампер. У него еще и дампер есть. Динамическая система изоляции. Скотина. Компактор. Кинетический 3060. Да мы это не переживем. Бесполезно вообще. Я от него могу убежать, в принципе. Меня он вряд ли догонит. Но мы в дерьме. Еще ими заряжается. А ему на ими насрать. Чего делать? И семка нахер идет. Броня. Сигнал наведения. Вернее, компьютер наведения. А-а-а! Все, компактор, вали. Я быстрее тебя. Тебе меня не догнать. Еще два. Еще четыре. Компактора. Крашер. То же самое почти. Трындец. Компакторы зажимают. А-а-а! В то отрезали. На одном в толе валим. Что за догонялки? Давай. Еще ими жахает. Да ладно. Охренеть. Я вылез оттуда живым. Хоть и corruption высокий, но я вылез оттуда живым. Вот эта штука мне пригодится. Все равно драться будем в ближнем бою. О, инженерка. Иди сюда. Ну иди сюда. А куда ты пошел? А. О, техник. Стой. Гады. Давай игра в мах мне. Конечно, не в толму пойдет. Гвардия. Сайфер оружие. Херня вообще. Давай, гвардиан, иди сюда. Гвардиан галактики. Будем резать тебя рипером. 13. А чего испугался-то? Ауч. За что ты ядро-то мне сломал? Давай сверь свое. Вот сволочи. Гатлинг лазер. Спасибо, не надо. Рассеивание тепло. Пойдет. Напялю пока что. Что, техник? Добегался? Ты вызывал тревогу? Прототип ядра. Пригодится. Нет. Оно сломанное. Нахрен мне сломанное ядро. Ловушки. В ловушки я не полезу. Фабрикатор. Загрузить схематику. Система сброса веса, втолы. Флай-юниты. Но мне для втолов нужна энергия до хрена. Щиты бесполезно, сброс вес бесполезно. Спасибо. Что я, но не надо. Нога тоже не очень нужна. Хотя и не факт. Опа. Ремонт. Шикарно.
шикарно. Не про канала. А, нет, про канала. Рискнем. 33%. Фейл. Фейл. Блеск. Просто блеск. Ух ты. Лак. Сойдет, наверное. И, конечно же, перевес. 25-11. Ну, а что поделаешь? Привет, Гвардиан. Давно не виделись. Уровень безопасности 3. Хрен мы здесь что получим. Замечательно. Я все-таки рискну. Лестницу поискать. Ну да, да. Ожидаемо. Давай, Гвардиан. Вот тебе флаг в лицо. Вот тебе рипер в лицо. На. Вот тепла. Нахер надо. Он мне ядро сломал. Ну, спасибо. Слишком много коррупшена. Жаль. Так все хорошо начиналось. Одним меньше. О, пригодится. Все, параша. Так, опять трупер. Да что ж такое? Давай, трупируй сюда. Ой, как вас много. Ау, а можно я из угла вас порежу? Они там друг по другу стреляют. Как-то они компонуются странно. Мы, походу, на ноги переходим, да? Если выживем. Ух. Тихо, тихо. Спокойно. А! Надо отступать. Флаг сломали. И рипер. На. Все ядра, ноги, все что угодно могут ломать. Ауч. А пофиг. Идет. Иди нахрен. С одной стороны эти, с другой эти. Не, нафиг. Нафиг. Давайте-ка лучше что-нибудь другое. Пример начала самое. Ну, конечно, assault rifle. Ядро. Пожалуй, ноги. Две, если можно. Лазер тоже пойдет. Поехали отсюда. А вот тебе лестница сразу. Как интересно. Три выхода обнаружены. На подземку я не пойду. Не, подземные уровни. Что мне там делать? Сейсмический анализатор. Давай напялим. Хуже-то не станет, наверное. Хотя и не факт, с другой стороны, он ждет энергию. Энергия вещь важная. Это рециклер, рекуклер, ресайклер. Не особо нужно. Пропульсию защищать. Ну, вариант. Вариант. Давай. А? Что-то сканирует зону, вернее местность. А где мы? Я должен был попасть в факторку, а не сюда. Твою мать!
да. Попробуй попади. О, мы ее обошли. Отлично. Колесо, лазер. Не. Не работает. Сейсмический анализатор. Хотя нет, вру, работает. Что, есть ховер? Ховер есть. Ховер мне не нужен. Нахрен этот анализатор. Лучше повешу броню. О, отлично. Еще и логи реликта. Валим. Чтобы взять, чтобы взять. Утилити. Пока что лучше качать утилити. Чем больше, тем лучше. Ну, а в дальнейшем перейдем на ядро и ноги, наверное. Сканер местности мне нахрен не сдался. Компьютер теленаведения. Хорошая вещь. Пустовато. Это логи, кстати, делеректа палят мне местоположение консолей. Ушка пригодится. А лазер не пригодится. Так. 6 ловушек. Перепрограммируем. Бренч. Ну да, конечно, хрен тебе не бренч. То я спалил ловушки. И нас теперь не так сильно заметно. Ай-яй-яй. Наемник. Уйди, отстань, автоган. Сейчас он там посмотрит, что в чем дело, и свалит нахрен. Я тут пока посижу, постою, подожду. Свалил. Генератор щита возьму. Он, правда, энергию прожирает, но возьму. Прототип флай-юнита. Не. Флай-юнит это прикольно, но не. Ремонт. Не. Все. По своим стреляют. Ух. Живучий-то попался. Все, он хотя бы нападать на нас не будет. Там шанс попадания 80%. Какого хрена? Наконец-то. Аллилуйя. Да, опять. Пофиг. Бейте по инженерам. Давайте сейчас весь лут растащат. Это скавенджеры. Нормально все. Без паники. Структурный сканер, колеса, параша, разбрасывание, вернее, рассеивание тепла. Угу. Ноги целые, ионный движок пригодится. Лазер в говно улетел. Поменяем. Все, можно жить. Привет, транспортер. Эх, убежал. Ну и ладно. Ну и не надо. Скаут меня не заметил. Почти. Ну и хрен с ним. Ой. Привет. Ауч. Тяжелая. Давай. Броня, конечно. Мы же на ногах. Броня на ногах. Вполне себе хороший вариант.
Улучшенный ионник обязательно. Можно с собой запаску взять, кстати. Будет, наверное. Гренейт лаунчер. О, тут броня усиленная есть. Вообще пушка. Это нахрен. Повесим. Это тоже нахрен. Это повесим. МНТ. Ай. Если что, будем снимать и бомбить. Куда побежал? Устоять. Мне пока нравится. Пока норм. Классная пушка. Алюминиевая нога. Поменяю-ка я свою желтую. Зеленую. Ну, свалите с дороги, гады. Где эта лестница? Я же находил лестницу. Одну вижу. Вторую вижу. Должна быть третья. А, вот она. Ай-яй-яй-яй-яй. Сраный Defender. Какой бронебойный, а? Три. Ух. Это там навалило. Шок райфл. Флэк. Твою мать. Что ж так вкусно-то намазали-то, а? Все равно не возьму. Ты транспортер? Пора тебе сбросить твой груз. О, другое дело. Медиатор интеграции. Нахрен он мне сдался? Лам какой-то. Транспорт, статус. Нахрен мне ваш статус? Не зоны? Может, все-таки есть? Понятно. Ой-ой. Ребят. Давайте без этого. Без паники. Идет. Текаем. Так, утилити, утилити пойдет. Дополнительное ядро. Пропульсия нахрен не вперлась. Третий дрын может быть. Пока что утилити. Батарейка. Батарейка мне не нужна. Визуальный процессор. Давай. Почему бы и нет. Дубинка. Тоже вариант. Такие терминалы обычно заминированы. Обычно. Бренч мне не нужен. Лестницы. Может, все-таки можно? Может, все-таки можно? Отлично. Лестницы обнаружены. Обнаружим ловушки. 6 штук шоковые. Замечательно. Перепрограммируем их. Шикарно. Индекс гарнизонов. Есть. Один доступ. Отлично. Отлично. Я вижу гарнизон. Осталось до туда дойти. Так, вот это плохо. Тесты быстрые. Информер тоже. Но минус песта в том, что они слабенькие. Хоть в них и хрен попадешь. Что, информер свалил? Думинка мне не нужна. Материя, материя, юниты. Пойдет. Все, идем просто к гарнизону.
Просто валим гарнизону. Ауч. Ноги. Надо еще ядро дополнительное найти. Хватит ломать мои запчасти. Третье ядро? Хрен там и не ядро. Вот ядро. Это что? Система анализа ближнего боя. Нафиг не надо. В ближнем бою я не особо много дерусь. Пригодится, надо ногу поменять. Ой-ой-ой-ой-ой. А тут у нас арк. Попался. Кстати, ко взрывам ты устойчив? Ха-ха-ха-ха, взрывов-то нету. Взрывов-то нету. О, ребят, это не зря. Это какая живучая тварь, а? Бимрайфл. Конец. Мусор. Трактор Бим. Тоже мусор. Ага. Сколько вас здесь? Аж собирать не буду. Когда ж меня пропустят к гарнизону, сволочи? Еще один. У нас перегрев, кстати. У нас, кстати, перегрев. Надо валить. Охлаждаться. Может быть, все-таки воткнуть куда-нибудь охлаждение. Пропульсию, например. Охлаждение, охлаждение. О, ядерный. Да твою мать. Со всех сторон. Реально со всех сторон рут. Зато лута. Жопой жуй. Рассеивание тепла. Ну давайте, раз уж даете. Иди в жопу. Я текаю. Отсюда нахрен. Не-не-не-не. Иди в жопу. Я отсюда ухожу. Ох, наконец-то я на месте. Отстрелили все-таки ноги, но да ладно, ничего страшного, найдем новые. Наведение, пушки. Отлично. Что это? Это арки, кстати, они выключены. Отличный шанс их взорвать нахрен. Пока они не работают. Пока не поднялась тревога, и можно из них пособирать всякое полезное. Только что-то это всякое полезное из них особо не падает. Откуда ты здесь взялся? Ах ты, тайный проход там был, да. Ну чё, взрывать придется. А что тут поделаешь? Тут еще и эта хрень.
какой-то старт прям кошмарный. У тебя резисты, что ли, там? Нет у него резистов. Какого хрена он выживает? Ну, ногу я точно забрать не успею. Я оттекаю отсюда. Нафиг надо с ними драться еще? Еще и без всего. Рядом с этими линиями лучше не проходить. Иначе будет грустно. Лестница. Лестница — это прекрасно. Только мне куплер нужен. Ой, твою мать. Что поделаешь? Придется. Это не то. Ладно, придется побегать. Пострадать. Ауч. А что делать? О, еще и пестов 10 тысяч. Все, готовьтесь к ходам по 10 лет. Эх, не дошел. Ну и ладно. Ну и не надо. Маленький лазер. Привет. Я реверсия 17. Ревижн 17. Ну, привет. Я не... Вернее, мне не следовало раскрывать свою личность. Путешественником. Ну, грубо говоря, конечно, но все же. Хотя и не факт. Хотя тебе мое имя почти ничего не скажет. Кстати, ты выглядишь ужасно голым. Не слоняйся так по округе. Что бы ты здесь ни делал. Я заметил некоторые запчасти поблизости. Возможно, они тебе помогут. Кстати, подскажи, что тебе будет еще интересно. Я видел парочку его ботов, которые затащили тебя сюда. И бросили. Тебе стоит оставаться незаметным, этот копатель на тебя даже внимания не обращает. Угу. Тот корабль приземлился на поверхности, наши пещеры перевернули и захватили эти... Ублюдки? Вернее, те ублюдки. Бла-бла-бла. Так, понятно. Исчез. Великолепно. Что это было только что? Дайте ногу. Ногу, лазер. Это пойдет. Хрень. Ионник пойдет, нога пойдет. Еще один ионник запасной. Лазер средний, может быть, но не сегодня. Ресайклер не нужен. Хотя из него можно вытащить запчасти. Пинка. Пульсач. Пульсач. Колес. Пойду-ка я запчасти вытащу. Вдруг там что веселое было. Есть. Так, хранилище, интерпретатор сигналов, маленький лазер. Мусор.
лестницы. Есть три лестницы. Отлично. Ловушечки, может быть. Может быть, ловушечки есть. Есть четыре ловушечки. Перепрограммируем. Гарнизон даже искать не буду. Ну его нахрен. Тестом меньше, тестом больше. Кто-то взорвался. А, это был тест. О, транспортер. Подожди. Транспортер, подожди. Ну вот, он убежал. Это бренч. Не хочу бренч. Делать там нечего. Бренч. Можно, конечно, все-таки туда прогуляться и взять запчастей, но... Да. Не лень. Майнинг лазер. Ой, труперы. Страшно. Пойду я, пожалуй. Пока они за мной гнаться не начали. Хотя, судя по всему, уже поздно. Чё это с ним? Ха-ха-ха. В ловушку, походу, вляпался. Хотя и не факт. Эх, запчасти бы забрать, ну да ладно. Траки. Траки. А-а-а. Чёртова дверь. Экскаватор мне здесь не нужен. Ну-ка, дай мне компоненты. Батарейка, хранилище, щиты для оружия. Да. Не густо. Ионик есть, запаска жива. Ноги целые. Маленький лазер не нужен. Материи до хрена. Поехали отсюда дальше. А, выход. Утилити, конечно. Рокет лаунчер. Блеск. И ядро. Брусер, конечно, тут не в тему, да. Был. Еще одно ядро. Серия. Ионники. Ноги. Серия. Да. Электромагнитка, кстати. Упала. Тяжелая. Хочу. Ну, ему хотя бы дата джек снесло. Что ж ты стреляешь-то в терминал? Что это? Hacking suite. Шикарно. Так, вообще-то, ребятки, знаете что, давайте продолжим с вами в следующий раз. Ну, а пока что такие дела.